Давай, 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 иди с той стороны, мочи его. Да ладно, он живой остался. В этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Винодел, Нига IP, Радекс, Артём и еще очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Привет. Да, всем привет, ребята. Написали в комментариях, чтобы мы выбрали какую-то очень классную карту и поубегали от Хаги-Ваги. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас воздушная арена и веселые убегалки. Погнали. Вижу, вижу его, вон он ходит. Ой, как тяжело на поворотах. Так, Хаги-Ваги, он такой... Тяжело на поворотах ему ходить. Так, смотри, не упади. Так, подписчики, я вижу, залез. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, повеселиться и поугарать с нами. Так, прошел, прошел, там проходит, я вижу. Все отлично. На поворотах. Пацаны, кто упадет, тоже будет Хаги-Ваги. Не, ну двойным ты не сможешь быть. Ого, ты летишь. А ты по полу там ходишь? Да. Все, пацаны, ждем. Вон он появился. Псих. Ныкайтесь, ныкайтесь, чтобы он вас не видел. Заныкайтесь. Ого, я чуть не упал. Это было жестко. Все, он не сюда пошел. Отлично, ребята, вон он. Ходит, ходит, хочет поубивать пацанов, но у него ничего не получится. Надо ему как-то, знаете, подловить тем, что назад вперед ходить, и кто-то все-таки упадет вниз. И это буду я. Ты думаешь? Да. Не, это не ты будешь. Пацаны, идет. Пацаны, идет. Да, будет тяжело кого-то тебе убить. Ну, я думаю, сейчас кто-то свалится. Тут точно не я. Так, не махай своей монтировкой вонючей. Иди в жопу. Да, видишь, еще бы чуть-чуть бы и убил. Шанс есть всегда. Если тронешь кого-то, будешь вонючей бакой. Давай, давай, кабакой. Так. О, загоняй, загоняй его туда в угол. Там, кстати, не пройти никак. Вот сейчас ты его убьешь. Смотрите, ребята, как проигрывает подписчик. Нет, подписчик не проиграл. Не-не-не, там дальше они не пройдут. Смотри, там где кубики вот эти вот. Быстрее, 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 быстрее. Есть. Есть, я знал, что он его убьет. Ребята, теперь две у нас бешеных конченых куклы. Что сам... Тебя убило. Я вижу, как ты летишь вниз. Красиво полетела рыбка. Говорил, что прыгать не умеешь. Так, ну что, сейчас будет в два раза тяжелее. Что-то мне или кажется, или... Или... Вот этого вселяю. Две куклы вижу. Ныкаемся, чтобы они нас не видели. Уходи, да? Да что вы там падаете, пацаны? Ну прекращайте. Три куклы уже внизу валяются, полудохлых. Ну-ка, ну-ка, давайте вот так будем все-таки шкериться. Вы видите его? Вы его видите? Он идет. Этот подлец идет. Живым не дамся. Че ты Мишка Фредди выпендриваешься? О, давай его загоняй! Загоняй, ребята, смотрите, сейчас Мишка Фредди проиграет. Ну-ну-ну-ну-ну, смотрите, смотрите. Сейчас его скинет. О, да ладно, ах ты, молодец. О, со мной еще один выдвинулся. Так, быстрее сюда. Отлично. А, твою ж калашматки. Пацаны, хорошо, что я профессионал в Гаррис моде по паркуру. Вы что деретесь? Там вам надо убивать других игроков. Так, идут, идут. Я сейчас успею их обмануть. Так, красиво. Хорошо, что они вместе держатся, легко их обманывать. Вы должны, наоборот, окружать. Так, отлично. О, пошел, пошел, пошел. Так, а я? Куда? Есть! Есть, ребята! Вы видели, как это было на соплях? Но это было очень эпично. Это прям, знаете, по красоте. Амогус. О, умер кто-то. Амогус, ну, бери, Хаги. Давайте, давайте, ребята. Еще кто-то умер. О, сейчас сколько будет Хаги-Ваги. Пацаны, мы попали. И еще один сюда идет, и туда идет.
Вот и начинается апокалипсис. Здорово, папа! Ай! Мишка Фредди! Упал один! И еще один упал. Ребята, как это прикольно, это эпично. Я живой остался. Блин, это было рядом. Честно, я уже думал, я умру. Клянусь, я думал, это все. Жопа мне. Но нет, мне не жопа. Там уже сколько кукол валяется? 4? 5? Ну что, вы идете ко мне, щенки вонючие? Ну, давай. Ну? Ты же дурак, что ли? Ты же так можешь попасть по мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежу, девка, беги. Блин, так прикольно поубегать в таком лабиринте. Офигеть, это очень круто. Ай, блин, ребята, прощайте. Да ё-моё. Блин, сложновато было, если честно. Это было очень сложно. Ну чё, этот, кто остался в живых еще? Все умерли. Чё, хотите, кто-то один будет выживший, а мы все будем за куклу? Кто хочет один выживать? Давайте винодел, давайте винодел. Он первый начинал, ему было тяжело. Пусть теперь покайфует. Так, ребята, я вселяюсь в куклу эту вонючую. Где? Хитбокс не могу поймать. Это очень странно. Ну что, я хаги-ваги бешеная. Винодел, ты готов? Да. 3, 2, 1. Один против всех. Ой, мы тебя сейчас убьем. Так, правильно, правильно, надо было туда идти. Окружайте его. Окружайте, окружайте. Так. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай, встречайте его. Туда, и правильно, правильно, иди, иди, иди. Четко, четко. Блин, классно, сейчас он умрет, смотрите. Правильно, я бегу сюда. Блин. Никого нет, иди туда! Ё-моё, да что ж такое? А кто там по мне стреляет, а? Да то я случайно выстрелил. Ну чё, убили его? Хитбокс такой странный здесь. Я его не вижу, если честно. Вы его видите? Вижу, 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 ещё один упал! Ты чё, скидыватель эти хаги-ваги? Псих! Вот, ребята, а сейчас я его зажму, смотрите. Сейчас я его зажму. Быстро, быстро, должен тот быть тот человеком, который его убьет. Отлично, отлично. Давай, 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 иди с той стороны, мочи его. Да ладно, он живой остался. Ребята, да это какой-то неимоверный псих. Он подсмотрел мой паркур и решил его использовать. Молодец. Молодец, я его вижу, он уже убежал очень далеко, ты чё? Пацаны, мы не можем опять одного игрока поймать. Помните тот случай, когда он убегал? И мы реально... Нет, сюда не надо идти. Сюда не надо идти. А где он? Вы его видите? На перерез мне идешь, да? А вот хрен тебе. А, вижу, 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 вижу. Отлично. Отлично, должен успеть. Ха-ха, ты зараза, а? Ребята, я его гоню, видите? Гоню, гоню, гоню его. Твои ребята где-то вообще ходят, непонятно. Так ты ж обманщик. Так, смотрим, куда он будет идти. Вы его видите? Здорово, здорово, здорово. Ой, еще один упал. Да что ж вы, пацаны, падаете, как я. Это хорошо, что ты меня видишь. Есть, 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 есть. Ух ты, зараза, я махнул возле тебя прям. Прям возле тебя махнул, представляете? Ты меня решил ослепить? Нет, то они случайно стреляют. Ах ты, Калимы, да смотрите, как он хорошо убегает. Ах ты, подлец. Умер. Убили его. Ну чё, кто хочет еще один повыживать? Я, Радекс. Давайте, Радекс, давай. Тебе есть шанс. Давай. Скажешь, когда будешь готовый. Пацаны, берите все хаги-ваги. Все, я готов. Ну все, убегай. 3, 2, 1. Битва началась. Какой у него скин, вы его видите? У меня Мишка Фредди. Френдли? Мишка Френдли? Да-да. Так, пацаны, Мишка. Разбегаемся по всей карте. Я его вижу. Я его вижу. Я тоже вижу. Все окружаем его, все выдвигаемся в его сторону.
Вот он, вот так. Он на углу стоит. Давайте, все к нему, все к нему. Так, один сюда, один сюда. Эй, Мишка. Это что ж я падаю, а? Так, где у нас Мишка Фредди? Вы его видите? Назад, назад. Вижу, вижу, вижу. Хочу посмотреть, как он проиграет. Все окружили его. Еще один. Все, он упал. Блин, это было прикольно. Ну что, давайте еще последнюю дуэль. Кто хочет повыживать последний? Давайте я, пацаны. Давайте, последний раз я еще разок хочу. Берите этих чили-пиздриков. Ну что, вы готовы? Мы за кем бежим? За мной, за мной. Ну что, давайте, мочите меня. Как скажешь. Так. Надо тактику подбирать какую-то. Прыгаем сюда. Так, отлично. Они сюда не могут еще пройти. Надо подождать. Так, а я тебя не вижу. Где ты? Это было рядом. Вы видели, насколько это было красиво? Главное, что не бояться. Когда за вами бежит Хаги-Ваги, не бойтесь. Просто сильно очкуйте. Твою ж калашматки, ну ты меня не увидел. Знаешь, как хотел на дурачка завлыкаться, но ты меня не увидел. Че увидел? А нет, не увидел. Ну что, давай. А, не знает, куда идти. Блин, ё-моё. Ребята, предлагаю в конце ролика ничего не делать, я просто скину туда, прям на днище карты бомбы. Посмотрим, где она взорвется. Вы готовы? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Ждем! Ого!